на территории Градического муниципального района Волгоградской области. Совет Градического района Волгоградской области номер 99. 1500 квадратных метров по адресу. Я могу заявить, что депутатом Городической районной думы Блескиным Александром Михайловичем была создана преступная группировка, которая на протяжении длительного времени осуществляла преступные действия. И чтобы уйти от правосудия, уйти от справедливого наказания уголовного, они дали ложные показания, где они меня просто, так сказать, вину переложили на меня. Насколько мне известно из средств массовой информации, что Тарасов заявил, что эти средства предназначались не мне, а партии «Единая Россия», то есть под выборы. Но я скажу, могу сказать одно, что никакие деньги, тем более полученные криминальным путем, для партийных нужд никогда не использовались, и об этом никакого разговора даже не могло быть идти.